Привет, друзья! Сегодня минус 10 было, когда я бегал. Я посмотрел по Яндекс погоде. Вот, но как видите, я снял намордничек. Хотя вначале его надел, потому что было прохладно. Сейчас вот уже, видите, там небо красится розовым. То есть солнце уже зашло. Я пробежался на рассвете, было очень красиво. Красное такое небо. Вот. Кстати, здесь очень оживленный трафик, вам мне кажется. Шурочка. Шура, перетяги. Ну, в целом, сегодня даже как-то хотелось бегать. Немножко не хотелось, но больше хотелось. Хотелось стряхнуться спину, разомнуть. Потому что мне там, когда я подтягивался, где-то в воскресенье с утра потянул чуть мышцу с лопатки. Она еще немного побаливает, не отошла. Вот. Поэтому так, растрястись, немного прийти себя в чувство. Ух, встретилась мне один бегун и одна бегунья. Я им помахал рукой, они мне тоже помахали. Что-то вот эта дорога объездная, на ней очень оживленный трафик. Приходится по бордюрчику ходить. С утра на встречу едут люди. Так, все, я вам все сказал про свою пробежку. Бегайте, как я. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Мне это приятно. Давайте.